Чудеса вокруг нас. Ребята, а вы когда-нибудь замечали, как много разных чудес нас окружает вокруг? Вот, например, воздух, которым мы дышим. Или вода, которую мы пьем. Много-много разных цветов, вкусная еда. Наш организм и еще много других чудес, которые невозможно перечислить. Так их много вокруг. Ведь все это является подарком нашего Господа. А давайте сейчас вместе увидим, какие чудеса нас окружают вокруг и как надо благодарить Бога, нашего Господа, за то, что Он подарил нам все эти чудеса. Фрукты, которые мы так любим. Как же много фруктов растет на земле. Вот всеми любимые бананы, черешня, клубника, арбуз, дыня и виноград. Все они вырастают из одной и той же черной земли, но цвет, запах и вкус каждого из них не похож один на другой. А вы знаете, у каждого фрукта есть своя упаковка, она называется кожура. Упаковка, то есть кожура фруктов, защищает их от порчи и гниения. Она сохраняет их свежесть и приятный запах. Апельсин и грейпфрут, например, собрали в себе целый склад витамина С. А вы замечали, как удобно устроены эти фрукты? Они легко делятся на дольки, и нам удобно их кушать. О, как же это вкусно! Летом в жаркую погоду нам нужно употреблять много воды. И вот чудо. Как раз в это время созревают фрукты, которые просто-таки переполнены водой. Арбуз, дыня, персик, виноград. Если мы будем употреблять фрукты в большом количестве, то мы сможем утолить потребность в воде. Особым образом сотворил для нас фрукты, чтобы мы могли есть их вкусную мякоть и получать все необходимое для здоровья. Ведь могло бы быть и так, что на Земле существовала бы только одна еда и все, никаких фруктов. Да, я скажу больше того, каждый из этих фруктов вкусен по-своему. Все эти фрукты когда-то были маленьким деревом, то есть его маленьким зернышком. Благодаря солнечному свету, воде и минералам, содержащимся в земле, это маленькое окаменевшее зернышко превратилось в огромное дерево и стало таким же, как деревья, что мы видим сейчас. Друзья, вы когда-нибудь задумывались, как из семени, больше похожего на кусочек дерева, появляются такие большие деревья и растения и дают нам плоды? О да, вы, оказывается, никогда не задумывались об этом. Ну что ж, давайте подумаем вместе. Цвет растения, его узор, аромат, длина растения, его форма и число листьев – и до какой высоты оно будет расти. Все эти особенности хранятся в этом маленьком зернышке. То есть каждое зернышко – это совершенный банк данных о будущем растении. К примеру, в семени записано, какого цвета эта роза, сколько у нее будет листьев и какой мягкости будут ее лепесточки.
В малюсенькой косточке записано, что вот эти совсем сухие ветки будут дарить нам гроздья сладких виноградинок, которые просто-таки переполнены соком. Ветка, кожица и сама ягода винограда и виноградная косточка совершенно разные по своим свойствам, но информация об особенностях каждого записаны в маленькой косточке. Мы, люди, для того, чтобы собрать какую-нибудь информацию, используем книги или компьютер. Но посмотрите, компьютер по сравнению с зернышком такой огромный. При этом в компьютере информации гораздо меньше, чем в косточке. Маленькая косточка содержит в себе информационный справочник в 100 тысяч страниц. Ученые были удивлены, как в одну косточку может вместиться столько информации. И стали думать, как же воспроизвести им такой удивительный механизм. Семя – просто настоящее чудотворение, потому что его сотворил Всевышний Господь. Каждое семя и косточка содержит огромное количество знания. Благодаря этому знанию оно прорастает в земле и становится прекрасным растением. Безупречная работа нашего тела. Наше тело создано как совершенный механизм. Каждая деталь в нем очень точно продумана и сотворена с определенной целью. Например, наши брови и ресницы. Они никогда не вырастут больше, чем им положено. Но волосы, растущие на голове, растут в течение всей жизни. И поэтому мы можем придавать им любую форму, отращивать или наоборот подстригать, как пожелаем. А у меня совсем нет волос. А как вы думаете, что произойдет, если наши брови и ресницы будут расти так же, как и волосы? Нам будет очень неудобно жить, потому что ресницы и брови закрыли бы наши глаза, и мы не смогли бы больше ничего видеть. Или вот, например, наши кости. Они ведь тоже вырастают только до определенного размера. Вот наш мозг начинает расти с самого первого дня жизни. Но в тот же момент начинает расти и голова, наша черепная коробка. Если бы получилось так, что наш мозг вырос, а черепная коробка осталась маленькой, то мы просто не смогли бы жить. Но ничего подобного не происходит. Почему наши кости растут до определенного возраста и, достигнув нужного размера, останавливаются? И что бы было, если бы наши кости все время росли и не останавливались? Вот если бы наша грудная клетка росла и росла без конца, то мы бы не обладали таким правильным и красивым телом, как сейчас. Благодаря превосходной работе костных клеток, кости нашего организма всегда соразмерены и находятся в самом нужном месте. Ничего себе, это так интересно! Я никогда не думал об этом. Просто чудо какое-то! Может ли быть такое, что клетки наших костей обладают всеми нужными знаниями, чтобы рассчитать, когда им надо начать расти и когда им следует остановиться? К тому же все кости растут из одинаковых костных клеток. Но почему-то некоторые из них мягкие и гибкие, а некоторые, наоборот, очень твердые. Почему так? Вот посмотрите на свои руки. Как получилось, что руки, ладони, ноги, пальцы на руках и на ладонях выросли ровно одинаковой длины, а мизинчик на правой руке не вырос больше мизинца на левой руке? Или же пальцы на одной ноге не оказались меньше пальцев на другой ноге? Как вышло так, что кости наших локтей, ног, пальцев с двух сторон оказались одинакового размера? Когда задаешь себе такие вопросы, понимаешь, как же правильно и прекрасно устроен наш организм. Все эти удивительные особенности нашего организма не могли получиться случайно. Невозможно, чтобы клетки нашего организма самостоятельно могли принимать решение, куда им расти и как. Каждый наш орган демонстрирует нам чудо и искусство творения Всевышнего Господа. Почему вода необходима для нашей жизни?
Большая часть нашей планеты Земля покрыта водой. Но более того, суша тоже покрыта бесчисленными реками и озерами, а высокие вершины гор укрыты толстым белоснежным покровом снега. Время от времени этот снег тоже тает и стекает на землю в виде воды. Кроме того, небо тоже очень важный источник воды. Облака в небе несут в себе тонны воды, которые выливаются на землю во время дождя. Не сиди так близко к телевизору. Это вредно, у тебя испортится зрение. В воздухе, которым мы сейчас дышим, также содержится много водяного пара. А еще наш мозг на 70% состоит из воды. И все клетки нашего организма тоже заполнены водой. И кровь в нашем теле содержит в себе большое количество воды. Да, я понял. Если не будет воды, мы не сможем прожить ни минуты. Вода – это основа жизни. А сейчас мы увидим некоторые удивительные особенности воды. Вот, например. Все-все жидкие вещества, когда замерзают и превращаются в ледышку, становятся очень тяжелыми. Но только не вода. Она замерзает при температуре плюс 4 градуса. В процессе замерзания вода сжимается, а потом вдруг наоборот начинает расширяться и превращается в лед. Поэтому вода в состоянии льда легче, чем жидкая вода. Вообще-то, по всем законам, вода должна быть легче льда, но с водой происходит чудесное превращение. Эта удивительная особенность воды имеет большое значение. Лед, благодаря своей легкости, способен плавать по воде. А знаете, для кого это имеет жизненное значение? На Земле очень много мест, где зимой температура падает ниже 0 градусов. Такой мороз, несомненно, влияет на жизнь озер, рек и морей. При температуре 0 градусов Цельсия вода превращается в лед. Но в лед превращается только верхний слой воды. Нижний слой воды, который оказывается подо льдом, имеет температуру плюс 4 градуса. То есть она не замерзает вовсе. И благодаря этому рыбам и всем водным обитателям спокойно можно жить и зимой. Лед является настолько надежным покрытием, что вообще не пропускает холодный воздух вовнутрь. К примеру, если температура снаружи достигнет 50 градусов мороза, то лед, покрывающий верхние слои моря или реки, станет чуть толще. Он бывает не более 1-2 метров. Например, медведи, тюлени и другие животные, которые имеют большой вес, без труда могут разломить лед и добраться до воды или рыбы. Да, здорово, я вот думаю, ведь если бы лед не был таким легким, то он бы утонул в воде. А тогда что произошло бы, если бы лед оказался на дне реки? Да, это действительно важный вопрос. Если бы лед был тяжелее воды, то реки, озера и моря начинали бы замерзать снизу. Нижний слой воды замерзал бы первым, и так замерзало бы все море. В результате моря, океаны и реки должны были бы превратиться в одну большую ледяную глыбу. И тогда бы нарушился весь порядок. Погибли бы все рыбы и все обитатели морей. А это значит, что погибли бы все люди и все животные. Ведь многие животные питаются рыбой, и мы, люди, рыбу тоже очень любим. Да, удивительно. Значит, если бы вода обладала теми же свойствами, что и другие жидкости, то мы все бы умерли. Но, к счастью, такого не происходит. Милостью нашего Господа наша планета живет и процветает даже суровой зимой. Но у воды есть еще одно чудесное свойство. Благодаря воде на Земле существует теплый и пригодный для нашей жизни климат. Молекулы воды устроены так, что вода нагревается и замерзает медленнее, чем Земля.
примеру, разница температур между самым жарким и самым холодным местом на Земле составляет 140 градусов, а между самым теплым и самым холодным морем всего 15-20 градусов. Так же происходит и с разницей температуры днем и ночью. Например, разница температуры воздуха на Земле днем и ночью может составлять 20-30 градусов. Но в морях температура воды днем и ночью отличается всего на несколько градусов. Благодаря этим волшебным свойствам воды температура на Земле и зимой, и летом сохраняется такой, что мы и все живое могли жить спокойно и комфортно. Если бы количество воды на Земле было меньше, чем суши, или же вода остывала и нагревалась так же, как Земля, то мы бы с вами не могли жить на Земле. И вскоре все бы умерли, потому что Земля бы превратилась в пустыню. Вот теперь вы знаете, почему вода играет жизненно важное значение для нас.